Лучшие тэквондисты мира съехались в столицу Казахстана. Асна впервые примет всемирный гран-при по тэквондо ВТФ, который, как известно, входит в программу Олимпийских игр, начиная с завтрашнего дня. Более 200 бойцов из 50 стран мира будут биться за медали. Гран-при отметим, что по регламенту турнира к участию в нем допускаются только сильнейшие бойцы в каждой весовой категории. Нашу страну будут представлять 9 тэквондистов и только одна из отечественных тэквондисток, которая входит в число 35 лучших в рейтинге. Они считаются лучшими, мы посчитали нужным, что это лучшие спортсмены наши, и в дальнейшем, чтобы дали им шанс для того, чтобы если они займут в этих соревнованиях места, они уже дальше будут участвовать в других гран-при серии и, возможно, и финальных гран-при.